диванно, поддиванные монстры. Что? Штирлиц. И Сенька там. Девки там внутри спят. Короче, поставила им кушать. И отойду. А то это не поедят. Ой. Девчонки. Девчонки. Мама завтрак принесла. Девочки. Девочки. Привет. А это кто тут спит у нас, как сурок? Майя. Майя. Капец. Спит. Мир. Я знаю, ты с просонья тяпнуть можешь. Маечка. Маюша. Кошечка мягенькая моя. Мир, пойдем завтракать. Ой. Иди так она прям. Пойдем, Мирочка. Там вкусняшек столько, Мирусь. Пойдем? Ой, зевулька моя. Маечка. Да что, кто так крепко спал тут? Кто так крепко спал? Моя девочка. Маюх. Май. Майя. Пойдем все вкусности проспишь. Маюш. То есть, я только легла, мам. Всю ночь веселилась, сказала. Надо же, не встаю. Гляньте, я вообще... Сейчас я ей вкусняшку под нос принесу. Положу под нос вкусняшку. Оп. Так. Что мы девочкам возьмем? Чем вы поделитесь с ними? Опа, Штирлиц сзади. Раз такой на меня. Давай девчонкам виноград отдадим. И йогурт, да? Штирлиц. Я не могу с него. Девочки. И что они тут спали, эти девочки? Май. Глянь. Майя. Мир, держи. Сейчас. На. Иди сюда, Мирух. На. Может быть, от твоего чавканья Маечка проснется. Вкусный, да? Опачки, здравствуйте. Здравствуйте. А что вы, говорит, тут зрёте что-то? Ой, здрасте. Здрасте, моя кошечка. Моя Сонечка, фасонечка моя. На, возьми. Мира, где ты? Да, блин, все домики поэтовали. Мирух, Майка, привет. Иди сюда, Мир. Здрасте, доброе утро. Ой, проснулись и сразу жрать. Вот это жизнь, а, да? А еще и с корки плюет на пол. Какашка маленькая ты. Мир, на. Не моя шлятка и моя кошечка. Да, ой, как вкусно. Вот это пробуждение, да? Пробуждение вот это вот. Ой, как прекрасно. Картина маслом. Все, кушай, я пойду.